Вы смотрите видео об отеле Le Méridien Minas Yahi Beach Resort. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Le Méridien Minas Yahi Beach Resort расположен в стране Оаэ в регионе Дубай-Джумейра и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 30 километров от аэропорта Дубаи в районе Джумейра. Территория гостиницы занимает 1 квадратный километр, совместно с отелем Westin Dubai Minas Yahi Beach Resort and Marina. Уютный и стильный пляжный курорт с селом большой зеленой территорией. Интерьер номеров выдержан в классическом стиле и дополнен яркими акцентами пурпурных тонов, которые придают убранству комнат особый шарм. Можно рекомендовать для отдыха молодежи и семей с детьми. На территории пляжа один из самых популярных баров Дубая – Барасти. Поблизости расположен яхт-клуб. Ближайшие торговые центры – Mall of the Emirates – 15 минут езды, Marina Mall – 7 минут езды. Есть русскоговорящий персонал. При заселении берется депозит. На территории отеля имеется прачечная платно 24 часа. Врач по вызову платно 24 часа. Wi-Fi платно на территории, в лобби, 24 часа. У бассейна полотенце бесплатно. Салон красоты платно. Парковка бесплатно. Магазины. Парикмахерская платно. Бизнес-центр бесплатно, 24 часа. Автобус до торговых центров бесплатно Dubai Mall, Mall of the Emirates, Wafi Mall. ТВ-зал бесплатно, 24 часа. Рестораны, 2 лейк-эстресса и международная кухня, завтрак. Обед, ужин, ресторан на пляже Барасти. Обмен валюты. Рестораны а-ла-карт, 1 вата цеми японская кухня. Бары, 3 бар на пляже Барасти, бар у бассейна Horizon, кафе-бар в лобби Лето Тук. Амфитеатр под открытым небом на 800 человек платно. У бассейна зонтики, шезлонги, матрасы бесплатно. Бассейны, 1 открытый с режимом температурного контроля. Спа-центр платно. Прокат автомобилей платно. Интернет-кафе бесплатно 24 часа. Банкомат. В номерах есть. Смена белья, ежедневно. Пол, ковровое покрытие. Русских каналов, 1. Сейф в номере бесплатно. Фен есть. Набор для приготовления чая, кофе. Халат. Кондиционер, индивидуальный. Ванна и душ. Рум-сервис, круглосуточно платно. Мини-бар платно. Тапочки. Телевизор есть. Телефон. CD-DVD-проигрыватель. Уборка номера, ежедневно. Интернет. Wi-Fi платно. Бутилированная вода. Номерной фонд отеля состоит из Club Sea View, Deluxe Land View, Presidential Suite, Deluxe Sea View, Deluxe Suite, Club Land View, Club Superior Sea View. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть сауна бесплатно, уроки тенниса платно, спа-центр платно, освещение теннисного корта платно, теннисный корт платно 4 корта, безмоторные водные виды спорта платно, моторные водные виды спорта платно, прокат теннисных ракеток и мячей платно, парная бесплатно, настольный теннис бесплатно, анимация платно, волейбол на пляже бесплатно, массаж платно, фитнес-клуб бесплатно, джакузи бесплатно, также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, джакузи, теннисный корт, пляжный волейбол, настольный теннис. За дополнительную плату имеется массаж, дайвинг, водные лыжи с лицензией, серфинг с лицензией. Для детей есть детский бассейн, открытый частично в тени. Детский клуб Penguin Kids Club 4-12 лет, бесплатно. Водные горки, 1 маленькая, в детском бассейне. Услуги няни по запросу, платно 24 часа. Детская площадка открытая и крытая. Детское меню в ресторане. Детская коляска, бесплатно при наличии. Горшок бесплатно при наличии. Детские стульчики в ресторане, есть. Детская кроватка, бесплатно при наличии. Песчаный. Собственная протяженность 1,2 километра. На пляже полотенце бесплатно. На пляже зонтики, шезлонги, матрасы бесплатно. Год постройки гостиницы – 1999. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.